Сегодня готовим самый нежный десерт к кофе или к чаю. В миску добавляем яйца, сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Далее добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем взбивать. Добавляем разрыхлитель и муку. Добавляем мелко нарезанный шоколад и перемешиваем. На противень стелим пергаментную бумагу, наливаем тесто и равняем. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться до золотистого цвета. Убираем пергаментную бумагу и оставляем остывать. Готовим крем. Вареную сгущенку взбиваем миксером. Добавляем жирные сливки и продолжаем взбивать. Остывший корж разрезаем на три ровные части. Коржи пропитываем молоком. Смазываем коржи кремом и собираем наш торт. Убираем в холодильник на 2 часа пропитаться. Растапливаем шоколад.
Торт смазываем шоколадом. Украшаем кокосовой стружкой. Наш десерт готов. Режем на кусочки и подаем к столу. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!